Основные точки доступа к башне уничтожены при взрыве. Трубопровод поврежден, но еще функционирует. В служебном ангаре есть прыжковые ботинки. С их помощью можно преодолеть трубопровод. Демоническое присутствие ликвидировано. Блокировка снята. Агент башня или агент индуктор была построена в 2127 году на основе прототипа, разработанного командой Хаймера. Это главное достижение ОАК. Агент энергии, займитесь благим делом. Агент башня или агент индуктор была построена в 2127 году.